Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Арчпанзер, где мы продолжаем играть в King's Bounty Перекрестки миров за паладина на невозможном уровне сложности. Как я и говорил в прошлой серии, мы с вами отправились на Монтеро и попробуем сейчас одолеть бурильщика, если я ничего не путаю. Ведь он называется... Так, где он у нас называется? Подождите, я его, кажется, потерял. Да, вот он, бурильщик. За это нам дадут бур. Еще одна пушка ближнего боя, свиток Гизмо. В общем, посмотрим, что у нас из этого получится. Ну, вот этот состав, в принципе, неплох для бурильщика. Разве что гиганты, они медленные. А здесь нужно будет очень быстро, так скажем, бежать вперед. Ну ладно, давайте попробуем, если уж совсем все плохо будет. Как-нибудь переиграем. Но надеюсь, что до этого не дойдет. У нас остался последний заряд опыта предков. Поехали. Вот такой вот у нас товарищ, 14 тысяч, но, по-моему, 14 тысяч это только первый заход. Он несколько раз будет отступать. Огромная железная шагающая машина, созданная для замены ручного труда. Прочная броня, мощный бур для разгрызания породы и орудия против сталактитов делают его очень опасным. Выпускает ремонтных дроидов, которые воюют и чинят самого бурильщика. Но у нас здесь по-хорошему основная ударная сила это... Вот эти вот наши товарищи алхимики-инженеры, потому что он им ответить не может. Так, а если огоньком насколько? О, на 3000, кстати, огоньком. Ядом. Ядом очень мало, у него очень высокая сопротивляемость к яду. Ай-яй-яй, беззащитность на него не действует. Так, ну давайте еще немножко посмотрим, что мы можем из заклинаний здесь на него применить. Ту же книгу зла, ну, наверное... Порталы. Опять же таки, я насколько помню, он очень неплохо дерется в ближнем бою, много урона наносит. Поэтому надо как-то с ним поаккуратнее. Врываться мог сейчас вообще ничего пока не тратить из магии. Хотя у меня определенное количество магии каждый ход восстанавливается. Поэтому совсем не тратить это, наверное, не очень правильно. Сейчас бы какое-нибудь вот такое вот усиление накинуть. Вот типа благословение, чтобы максимально урон наносить. А с другой стороны, благословение можно кинуть после того, как мы еще дроидов здесь позовем. Давайте я пока огонек в него закину. Здесь как-нибудь тоже. Хотя, может, даже ускорение имеет смысл прожимать. Да, я, наверное, знаете, что я сделаю? Я, наверное, ускорение сделаю. Так вот, чтобы все мои ребята очень быстро бегали. 2700. Давайте дрон поставим. Дрон рукопашный. Да, и к магии, слушайте, у него хороший сопротивляемый, судя по всему. Хотя, казалось бы, броня не должна сильно защищать от магии, ну да ладно. Еще 1000. Ладно, ты, наверное, давай пока без ускорения. Просто стукни. Еще на 1000. Ну, тут, кстати, можно попробовать даже влететь. Попробовать влететь прям на очень больно. Ну и посмотрим, насколько больно он в ответ ударит. Исключительно ради эксперимента. На 5000 мы ему всадили, на 1200 он в ответ дал. Ой-о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 й. Какая боль, какая боль. Да, это действительно очень больно. Хотел я сказать, что в ряд лучше не вставать, а не получится здесь в ряд не вставать. Как ни крути, а арена достаточно узкая. Есть смысл сейчас вот это еще тратить, чтобы максимально урон наносить? Даже не знаю, вполне возможно, что... Этого явно не отравят. Вполне возможно, что магия нам еще пригодится. Я про что хотел сказать.
Ладно, кусай. Да, на 2000 в ответ. Наверное, сюда вот отойди, дружище. Или все-таки ускорить. У нас просто магии больше ниоткуда не будет. То есть у нас здесь весьма ограниченный запас магии. Разве что можно на паладина накинуть... Так, нет, где у нас вот этот источник магии? Чтобы он нас танковал. Еще и ману приносил. А, давайте, наверное, паладина немножечко вот так вот втанкуем. Я не помню, сколько он рядов засыпает. Я, наверное, подожду пока. 1250. Ага, ну у него одна хпшка остается. И он, наверное, отступает. Да, он побежал. Вы можете перемещать камеру с помощью стрелок на клавиатуре, также с помощью мыши, зажав колесико. Ага. Так, сейчас сколько здоровья стало? 28 тысяч, окей. Стреляй. 1300. Здесь побежали. Бежали. 200. Там побольше, по-моему, получилось. И здесь побежали. Я, наверное, лучше огненную воду создам. Она там что-то под 3000 урон наносит. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Так, огонек. Так, почему ближний бой показывался? Ладно. Указатель, видите, меняется. Здесь дальний бой показывается, а здесь почему-то рукопашка. Ладно, еще поближе подойди, но здесь всего лишь 800, а огоньком, да, огоньком аж 3000 улетает. Ладно, 2500 полетело. Так, а здесь гранаты сколько? 1600. Обычным выстрелом 200. Давай тоже чуть поближе. 3200. Да дроном надо врубаться, если что его починим. Может быть даже сейчас. А, давай сразу восстановлю, у него же перезаряжается эта история. Да. Так. Маг-чародей тоже пошел вперед. Интересно. А, вот как он, интересно, Бурм атакует? То есть он любую линию сможет атаковать? Потому что если здесь проатакует, как бы нам не очень хорошо будет от этой истории. 1300. Так, гигант. Хотя, может быть, зря у тебя ускорение потратил. Давай вперед, подожди. Паладин. Чтобы подойти на 3900 вдарить и немножко маны нам восстановить за этот удар. Ой, 5800, красота. Сколько вот он засыпал клеток? 2, 3? Черт возьми. Я как-то не очень сильно уловил этот момент, если честно. И здесь нам по-хорошему надо оставлять ману для вот этого ускорения, для заклинания. Ладно, в упор подходи, стреляй. Надо двигаться вперед. Так, еще 3 хода. Ну ладно, атакуй. 1200. 1800 в ответ. 500. Еще нам паладин. Паладин можно еще дыханием ада усилить. На 5 раундов плюс 40 урона будет. Слушайте, это сильно. 29-36 урона. Прям совсем неплохо смотрится. Так, ты чуть поближе подойди. Ну да, это, кстати, опять-таки смертельный удар будет. Но он еще сейчас раз отступит. Да, он еще раз отступает. Ох, как бы мне здесь не лохануться, так сказать. Сколько сейчас-то? 56 тысяч, ой-ой-ой. Пятый раунд. Так, еще один ход, ускорение действует.
Но опять же таки, я огненную воду создаю в надежде, что он их сразу две создаст. Так, ты, наверное, подожди. Ты беги, атакуй. Уже 54 тысячи осталось. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну вот, кстати, свитки-то, которые ману не тратят, могли мне здесь даже и пригодиться. Но я их потратил. Гизма-гизма. Ну, кстати, через управление гневом еще можно ману себе восстанавливать. Оно же работает на битве с боссами. Надеюсь, что работает. Сейчас пока проверять не будем. Честно сказать, ни разу я это заклинание в битве с боссами не использовал. Ну, я не вижу, на самом деле, иллюзию большого смысла вызывать. То есть, там эти птицы вылетят, и ничего хорошего из этого не получится. Наверное, имеет смысл будет призвать иллюзию, когда дроны появятся у этого товарища. Да, 5000 мы бьем. А можно еще как-то усилить? Можно, конечно, сделать, чтобы он еще максимальный урон всегда наносил. Товарищ паладин. На 3 раунда. Будет стоить 10 маны, либо на всех 20 маны. Ох, ладно. Может быть, зря я, конечно, это делаю. 8000. Ой, как хорошо. Так, еще нас немножко присыпало, но знаете, что интересно? Камера вроде дальше не двигается. Может быть, это даже тупик для него. Это славно. И надо будет сейчас обязательно прожимать ускорение на следующий ход. Черт побери, опять только одна бутылешка. Так, ускорение еще есть? Алхимик, а ты как умудрился ускорение на себе сохранить? Ладно, но ускорение обязательно сейчас нужно. Да, иначе у нас могут быть проблемы. Чуть вперед. Ну, не двигается, кстати. Ближе, все. То есть я пытаюсь дальше подвинуть, он не хочет дальше двигаться. Я надеюсь, что это последний, так скажем, танец с этой машиной. 800 урона. Опасно, конечно, так близко подходить, но... Так, 2700. Дрон. Еще на 800. Дрон наш сейчас лечить надо будет. Бурильщик. Такой. Так, пока не лечим, значит стреляем. Маг поближе подходит. Ну, маг, кстати, даже подлечить может. Какой-нибудь товарищ гиганта. Но, наверное, пока не надо. Пока подождем, товарищ гигант подождет. Паладин бьет просто, что есть мощи. Опять 200. Да. Ай-я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 й. Вот это, конечно, было неприятно. Сейчас, что он так атакует? Это, соответственно, надо отходить. Да, я воскрешусь. Так, здесь... Интересно, если я вот сюда встану, он будет задевать, или он только по прямой атакует, чтобы сразу двоих атаковать? Жалко, не действует. Лучше прожектора на него. А, так, ну вот смотрите, давайте попробуем управление гневом. 19 маны нам даст. А если улучшить? Уже кристаллов не хватает, правда. Ну да, все прекрасно работает. Отлично. Только из минусов... Магический ход мы на это потратили. Ладно, я, наверное, вот сюда встану. И вот так вот сделаю. Блин, огнеметчиком никак не ударить. Если вот отсюда... Ага, отсюда он сейчас опять под моим попадет. А сильно дальше отходить уже страшно. А, тогда подожди. Здесь надо лечить механизмы.
Здесь надо стрелять. Гигант, подожди. Ходы вернем кому? Никому, наверное. Я бы вообще, на самом деле, подошел бы, подхилился. Не слишком ли это рано или поздно? Да, но отсюда, конечно, без потерь проблематично будет уйти, это факт. Ладно, попробуем ударить, посмотрим. Блин, все равно задевает. Ой-ой-ой-ой-ой, как много урона. Как же много урона. Ну и да, он в линию стреляет в любом направлении. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давайте думать тогда, как мы здесь что-то сможем воскресить. Можно попробовать через копию сыграть. Через фантома. Вот так сделать. Так, 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 мы воскрешаем. Двоих только сможем воскресить. Лучше, конечно, на следующий ход захилить и... Ага, если сейчас он опять здесь ударит. Ладно, хотя бы двоих воскресим. Гигант, жди, паладин, ходы верни, не знаю, кому-нибудь. А если сюда ударить? Ага, черт возьми, он все равно так бьет. Ладно. 1087. 1087. Паладину все-таки хочется прохил-то прожать. Это факт. Но сильно отходить тоже не хочется от него, как бы он что-нибудь страшное там не бахнул. Можно, конечно, его через телепорт сюда кинуть и здесь вот этими ребятами отойти. Но он как бы здесь не прожал. Ладно, давайте пробовать. Я, конечно, может, сейчас глупость исполняю. Но я хочу вот так вот сделать. А ты даже не атакуй, а то убьешь еще. Ты поближе подойди, может, он на тебя заагрится. Вообще кто-нибудь вот сюда отойди. Ты подожди. Ты подожди. Ты хилься. Негодяй. Ну ладно, потери значит потери. Все, до свидания, товарищ. Слишком он опасный. Убили мы бурильщика. Да, потери, конечно, очень серьезные. То, что денег мы за него столько получили, это прям вообще эту историю не окупает. Ну ладно. Лишь только вы покинули шахты, как проход за вами обвалился, но бурильщик теперь разрушен, а вы получаете за это заслуженную награду. Так, то, что инженеры вернулись, это классно. А, где рунных чародеев купить? Я, честно сказать, даже не знаю. Так, бур. 25 физического урона, минус 1 инициатива воинам ближнего боя с оружием в руках. Так, ты же ведь не считаешься, да, воином ближнего боя? Нет, ты 100-125, да, ты, по-моему, считаешься. 100-125 это какой-то очень серьезный урон. Ну да. Ну и у паладинов должен тоже измениться. 21-26. 25-31, ну неплохо. Так, этот инструмент создавался для разрушения прочных горных пород, но с таким же успехом он сокрушает щиты и доспехи. Ладно, с горем пополам одолели. Теперь, конечно, нам нужно понять, где все это дело восстановить. А, знаете, наверное, я... А, мне надо еще же квест выполнить или нет? Или он уже выполнился? Он автоматом выполнился, не надо было возвращаться, что ли? Да. Светогизму мне подогнали. Да, дронов, конечно, здесь мое почтение. Так вот, наверное, нужно на Текрон вернуться. Там, в принципе, отряды не сильные остались. Может, даже в этой серии их одолеем. Хотя, ну, хотя нет, 20 минут. Не так долго мы били его. Скорее, он нас бил. А здесь у нас еще, по большому счету, только драконы остались.
Но к драконам я бы пошел либо когда мы на демонов переобуемся, либо мы когда какую-нибудь защиту от огня найдем. Потому что там против такой пачки красных черных драконов сражаться, ну, такое. Опять, скорее всего... Так, подождите. А где же... Где же? Ладно, ребят, давайте, наверное, мы сейчас с вами прервемся. Я за кадром здесь сбегаю, пополню армию свою. И мы с вами уже встретимся на Текроне. Далеко не уходите. Да, ребята, внезапное включение. Мы еще не на Текроне. Здесь же до лучшего охлаждения механизмов мастерская зарыта в снег. То есть товарищ, который создал бурильщика, он же с нами не хотел разговаривать, пока мы его не одолеем. Теперь, скорее всего, будет. Эй, ты убирайся, больше не делай оружие, хватит доставать меня. О, великий механикус, кого я вижу, это же Амелия. Уф, ты меня напугала. Ну что, ты разобралась с этой спятившей машиной? У меня даже не было времени спуститься вниз, узнать, что произошло. Все в порядке, механизм окочурился. Тысяча шестеренок. Если бы ты знала, сколько бед терпим изобретатели от этих вредителей, так и норовят все испортить, сломать, разрушить. Клянусь, если однажды я вернусь к созданию оружия, то это будет оружие, созданное специально для уничтожения гремлинов. Я у тебя хочу оружие купить. Особое, смекаешь? Я уже говорил, что не занимаюсь оружием. Впрочем, ты помогла мне, я не останусь в долгу. Последнюю партию арбалетов для меня делали на фабрике рычажных механизмов. Поговори с мастером Пыжиком, скажи, что это я тебя прислал. Чем занимаешься? Инженер-изобретатель. Ну давай. Погоди, мастер Пыжик. Рычажные механизмы. Это, по-моему, под землей который. Ладно, давайте уж сейчас это сделаем. Драконы, вон они сидят. В принципе, отряд очень сильный, но, повторюсь, это чертовы драконы. Плюс у нас здесь и магический урон, у нас здесь огненный урон есть. Достаточно тяжело нам будет их ковырять. Так, ты фабрика? А, нет, это готовые механизмы. Подождите, а где уж, кто ж Пыжик? Черт возьми, кто из вас Пыжик? Колесная мастерская, тоже не рычажная. Ага. Значит, кто-то на поверхности. Логично. Метод дедукции он никогда не подводит. Так, у вас где? Дом рудокопа, кузница, фабрика форсунок. Подожди, Пыжик, значит, на другой стороне. Пыжик! Ё-моё. Ты? Да, ты. Там что-то ты мне продать хотел, говорят. Продашь? Меня мастер Неотарк тебе прислал. Я насчет арбалетов. А, ты о самозарядных? Мы уже почти все распродали, но один еще остался. Я его для лучших времен приберегал. Но раз уж сам гениальный Неотар просит тебе отдать, показать, то единственный самозарядник я для тебя на прилавок выложу. Ну, еще кое-что добавлю, как особому клиенту. Ну, давай, что ты тут добавил? Ох-ох-ох-ох-ох. Арбатор, его еще улучшить можно. Ну, то, что 321 инженер, это вообще очень круто. Очень круто, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну и пушкари есть. Ну, при желании, если совсем уж на гномов переходить, можно, конечно, и пушкарей взять. Но тут такая история. Если мы берем пушкарей, мы их берем либо вместо гигантов, либо вместо магов. Но если берем мы магов, то нам гигантов лечить нечем. Так, арбатор мы однозначно берем. Инженеры у нас все воскресились. Так, алхимик. Ну, алхимиков там тоже полно еще. Там 300-400, только он в одном магазине. То есть, я думаю, что нам даже до конца игры их хватит, если мы даже не захотим менять состав. А паладин? Паладинов здесь, по-моему, тоже полно. В храме любви. Полно ведь? Только вот насчет рунных чародеев я немножко поднапрягся. Ой, нет, не уйти, что на продаже есть. 178, кстати, не так уж и много. Но я надеюсь, что больше у нас таких потерь не будет. Ладно, ребят, давайте, наверное, опять же таки прервемся. Я сейчас где-нибудь налутаю рунных чародеев, но если не налутаю, будем что-нибудь думать. В общем, опять же таки, далеко не уходите. Да, ребята, мы снова на Текроне. Соответственно, нашел я рунных чародеев на Вероне, но там, по-моему, осталось только 3 штуки. Но, скорее всего, еще на Дебире есть. Там же школа магии есть, там чего только нету. И я думаю, что местных героев есть смысл побеждать уже без свитков на опыт. Ну, немножко я их перерос. То есть тут герой всего лишь сильный, за него много опыта все равно не дадут. Так, а здесь я все скупил? Нет, все.
Точнее, все. Здесь смертоносный, кстати, но 38 уровень. Кстати, и на Вероне отряды уже не такие сильные. То есть там 40-го, 45-го, 46-го уровня. То есть они, в принципе, мне должны быть все по силам. Но, возможно, оставим их на закуску. Ну ладно, сколько у нас осталось тут? Три отряда. Давайте начнем мы с сэра. Он вроде как самым простеньким смотрится из всей этой братьи. Возможно, сейчас повышение заработаем. Привет, сэр. Как дела твои? Ой, божечки, кошечки. Это что за ускорение такое у вас тут? Ну, конечно, да. Самоубийца. Пацаны, самоубийца. Ускорение, конечно, кошмар. Многократный чемпион Тианы, потерявший свой титул, совсем спятил от постоянных турниров. Он дерется, потому что дерется. Блин, нормально. Нормально, нормально. Его, если здесь призвать, ведь он слабенький, да, будет на ледяной арене. Давайте так сделаем. 24-60. Сокрушающий удар. 30-32. Нет, наверное, пока. А если огоньком кинуть, что получится? 33-60. Ну да, огоньком сначала. Кстати, что у вас по инициативе? А, у них еще инициатива повышена. У всех? Да, инициатива на единичку у всех повышена. Поэтому они такие жесткие. Так, а сюда я не зря пошел? Блин, зря получается. Хотя сюда феникса воткнем. Ладно. Феникс, феникс, феникс. Не, феникса лучше вот сюда воткнем, чтобы он огнеметчиков немножко задержал. Здесь, кстати, еще стенку можно поставить. Ну, а давайте я ее поставлю, чего бы нет. Пускай будет стена. Так, 12 вас же не убили? Нет, не убили. Да я думаю, что есть смысл копию даже позвать. Здесь прыгнуть есть смысл. Черт, феникс, живи. Отлично, огнеметчики отъехали. Это прям превосходно. Так, ходы вернуть, я думаю, что алхимику. Его как-нибудь сюда надо будет подтащить сейчас. Чтобы воскреситься от паладинов. О, отлично. Феникс всех рукопашников питал. Это не может не радовать. Игра? Нет, игра, нет, 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 нет. Отлично. Тяжело у игры с перезаходом, так скажем. После того, как она сворачивается, некие проблемы наблюдаются. Еще двух убили. Феникс, подъем. Да, яд, конечно, красиво жжет большие отряды. Так, дружище, добивай. Ты, дружище, подходи. Дружище, дрон создавай. Я не думаю, что у него какая-то атакующая там магия есть. Скорее всего, вот эта история с поддержкой только. Кстати, на рыцаре, по-моему, проклятие повесилось. Я что-то отвлекся, не до конца разобрал. Да, проклятием. И ты иди попробуй сундучок урвать. Мало ли, вдруг получится. А здесь... Даже не знаю... Во-первых, лечиться надо. Постоянно я про это забываю. У нас же квест все-таки пытается выполниться, так скажем. Рассеивание. Да, хорошее рассеивание. Только негативные статусы снялись. Это здорово. Так, дружище, ты давай сундучок подними. О, руна магии. Блин, дроиды механики пострадают. А вот так, если ударить. Так, не пострадают.
каком-то веке. Перк магов нормально используется. Нам же ведь еще в башню магии надо сходить. Не башню магии, а какая-то она там таинственная башня там. Там же в ней тоже что-то интересненькое. Ну и вроде как мне в комментариях писали, что сейчас уже по силам мне всю эту историю пройти. Ну и да, по поводу комментариев. Не сильно на меня обижайтесь. То, что я на Ютубе где-то могу подолгу, очень подолгу не отвечать. Ну, определенные проблемы у меня с этим, так сказать, Ютубом, которые в ближайшей перспективе решить. Ух ты, негодяй. Не представляется возможным, поэтому видео такое, как выгружать, может, и получается, а вот взаимодействие так себе, прям скажем, с аудиторией выходит. Тюк-тюк, тюк-тюк. Есть ли смысл сюда выходить? Да нет, наверное, пускай сами идут. Защиту стань. На дронов решил пойти. Окей. Да что ж ты уворотливый-то какой, а? Сломали же свою же стенку. Лечить кого-нибудь? Кого? 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 Ас, нормально. Ну, еще проклятие. Как отверткой подошел, ткнул товарищ мечник, товарища рыцаря. 9, 6. Готов. Ну нормально, ярости немножко набрали. Немножко ярости. Ну, 35 тысяч денег мы, кстати, дали. 4 тысячи опыта, неплохо. Могло быть и хуже. Ну и давайте, наверное, с этой яростью попробуем вот сюда влететь. Умоляю, поторопись. Ты чувствуешь, как от храма начинает распространяться гнетущая тоска и запах тлена? Это знак того, что место поражено, и его облюбовали духи скорби. Ну, погнали. Еще духов скорби тогда налупим. Духи... Ну, тут, конечно, нежить. Это приятно. Заблудшая душа, питающаяся страхами, скорбью живых. С одной стороны, конечно, можно поближе подойти, чтобы он наших гномов бафал. С другой стороны, можно под Friendly Fire, так сказать, попасть. Если рядом будет стоять какой-нибудь неживой товарищ, то может стрелять в него, а попасть в нас, скажем так. Так как проклятые, да, проклятые. Не, я лучше, наверное, вампира засажу. Смотрите, насколько показатели у него сразу снизились от этого. Можно, конечно, еще слепоту здесь вкинуть. Ну нет, я, наверное, пока вот так вот сделаю. Пускай отвлекает. У них, кстати, нет никаких баф. Падальщик это что? Может бежать до отряда межсуществ, не радиусу досягаемости, получая на это дополнительно 2 очка действия. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Как не особо я на это внимание обращал, что у него такой перк есть. Ну да ладно. Есть, значит, есть. Гигант. Почему я до сих пор никого не призвал? Не знаю. Да можно, Феникса. Да, вся эта история с нежитью сейчас нам всю ману восстановит. 6 маны за одну тычку. О, чума. Чума это нехорошо. Не критично, конечно, но нехорошо. Надо будет усыпить товарищей пауков, что ли. Чтобы побольше у нас возможностей было для маневра. А он дебаф скинул? Да, он, кстати, дебаф скинул, когда полетел. Ну, в смысле, от святой воды. Ну, вот про что я и говорил. Вот про что я и говорил. Ну, блин. Ледяная статуя. Ты вообще ку-ку, что ли?
Нет, буду забафать. И она взяла и... подставила нас. А, подождите, ли это... Нет, ледяная статуя наносит массу урона. Это товарищ Копьёт призвал. В принципе, можно и огоньком закинуть. А, давайте огонек. Я, наверное, прямо сейчас вот этих гигантских пауков испугаю. Чтобы не особо они уже суетились. Так. Буду ману-ускорителем. Побережем. Побережем. Ну, а тут сундук можно будет забрать. О, броня титана, кстати. Неплохо. Броня титана, это очень даже неплохо. Феникс, скорее всего, отъезжает. Нет, еще один удар терпит. Прекрасно. 9 новых душ пополнилось. В этом плане, конечно, проклятые привидения. Интересная история. Так, а кто погиб-то у меня? 102. А, и да, их тоже кто-то куснул. Тоже кто-то куснул. Здесь пускай все поспят немного. Маг добьешь? Добьешь. Подожди, гигант. Не прыгай пока, пускай сон с них слетит. Ладинчики, хильте. Красота. Теперь прыгаем. Так, испуг еще два хода. Здесь. Ну ладно, давайте добьем. Понятно, что Феникс сейчас отъедет, но зато привидение. Сколько? Еще 11 штук пополнило. Красота. Ну, на самом деле, то, что я за нежить не играю, это не говорит о том, что нежить слабая. Да нет, не слабая она. Но за нежить больше подходит товарищам воинам, что ли. Потому что даже мы с вами смотрели артефакты, которые они у нас есть. То есть, да, их, если вот поодиночке смотреть, это очень круто, их вместе, наверное, очень круто использовать. Но проблема в том, что банально слотов не хватит, чтобы все это дело использовать. Поэтому, ну, плюс у воина есть врожденные перки. Ну, не врожденные, а те, которые можно прокачать, чтобы нежить еще сильнее была. Ну, 6 тысяч опыта, кстати, дали, неплохо. Да, уровень повысили. Вы перебили всех духов скорби и почти физически ощутили, как гнетущее уныние и безнадежная скорбь, пронизывающая все вокруг, уступают место тихой грусти и спокойной тоске. Да. Еще немножко золотишки. Храм очищен. Благодаря тебе теперь я могу приступить к своим обязанностям хранителя. Настоятель храма передал мне все бумаги и ключи. Торжественная печаль уже наполняет мои мысли. На продажу что есть? Да ты издеваешься. Ну это что такое? Витой рог из чистого серебра, украшенный золотом и эмалью. Это еще минус 10% скидка на гномов. Еще минус 10%. А вот это сколько дает? Это минус 20%. Можно, конечно, прям вообще обнаглеть и вместо вот этого древнего амулета взять. Горн короля Борга. Можно, конечно, и вот этой историей пожертвовать. Ну, я не знаю, ну вот как после этого не играть не за гномов? Вот это что такое? Я, конечно, понимаю, что там инициатива порежется у чародеев, у паладинов. Ну, тут не так критично, чтобы у них инициатива-то высокая была. Кстати, для лучников у нас вот интересные тоже штуки есть. Плюс астральный урон. Плюс один морали. Эльфийский где-то еще лук был. А где у меня эльфийский лук? Мушкет грома. Ну это я не знаю, это конечно столько места под пушек нету, сколько у нас для лучников. Обалдеть.
Ну, чисто технически, по сути, у нас гномов трое. И вот этот набор алхимик, он влияет на двух из трех. То есть, если я сейчас вот эту штуку ставлю, это дает нам двух гигантов. Но мы очень много теряем. Да, мы теряем очень много алхимиков и инженеров из-за этого. Мы можем, конечно, вот так сделать. Это даст нам еще... Боже мой, ну ладно, маны мы немножко потеряем. Но черт побери, сколько же у нас будет гномов? Сколько у нас гномов-то? Это что такое? Это просто, я не знаю, какой-то гномий восстание. Они решили захватить весь мир. Это еще плюс 3 гиганта. Это лидерство здесь уже сколько будет? Больше 30 тысяч лидерства. Про этих ребят я вообще молчу. Тут уж под 40, наверное, да, больше 40 тысяч сейчас будет. Давай докупим. Вот, пожалуйста, 181 алхимик. Это 40... 47 тысяч лидерства. 47! Это что такое? Это как вообще понимать? Есть еще что-нибудь, что может гномов усилить? Но есть пушка, конечно, вот эта на гномов, которая инженеров усиливает. Но это нам всех остается. Хотя подождите, сейчас может никого не... А, нет, 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 нет. Нельзя меч инквизитора снимать. Меч инквизитора нельзя. Так, ладно. Что-нибудь можно из духа прокачать. Что можно из духа прокачать? Аккуратность на максимум вывести, чтобы большие пушки можно было ломать. Адреналин. Не знаю, давайте, может, аккуратно все-таки до максимума догоним. Из больших пушек можно будет даже руны вытаскивать. 4200 воскрешение. Неплохо, неплохо. 4400. Так, ну ладно, нам еще и внутрь еще нужно. Мне нужен камень печали. Камень лежит в недрах храма. Я думаю, что именно камень поддерживает силы райного дракона Стерха. Извини, но я хранитель, я должен охранять покой дракона. Я не могу пропустить тебя к нему. Но мне необходимо получить этот камень. От этого зависит многие жизни и судьба целого мира. Стерх. Раздавшийся голос был глубоким и словно исходил из каменных стен храма. Прислушавшись к своим ощущениям, вы поняли, что голос раздается прямо с голове. Хранитель Тобос, я ценю твое рвение, но пророчество Анхеля сбывается. Пропусти эту воительницу. Да пребудет с ней сила богов. Это кто говорит? Дракон Стерх? Странный голос стих, но, похоже, гном тоже услышал его. Глаза хранителя были широко раскрыты, в них горел благоговейный страх и уважение. Прости меня, что оказался настолько слеп и не понял, кто ты. Дракон Стерх призвал тебя. Пошли. Ну, здорово, Стерх. Я у тебя кристальчики тисну, ты не против? Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, пустите назад. Не случайно. Эх, Стерх ничего не припрятал. Ну, кроме вот этого камушка, естественно, мы его пока не берем. Сначала с драконом поговорим. Белоснежный дракон. Итак, дитя пророчества, наконец настал день, когда мы встретились. Не думал, что пройдет так много времени, прежде чем встречу тебя. Ты ждал меня? Да, ждал очень много лет. Мне известно очень многое, что было, что будет. Я чувствую силу камней, исходящую от тебя. Вижу твой путь и твое будущее через свою боль. Готов поспорить, что ты не подозреваешь, какое удивительное существо досталось тебе в спутнике. Я могу помочь тебе? Ты можешь помочь мне избавиться от мучений. С благих побуждений гномы принесли меня сюда, чтобы я не стек кровью от ран. Да, камень печали поддержит во мне угасающую искру жизни. Но я навеки стал его пленником. Мне нужно умереть, чтобы избавиться от телесной оболочки и снова воспарить свободно между мирами. Но камень не позволяет. Куда полукровке тягаться силой восьми богов Тианы? А вот ты сможешь освободить меня, дитя богов. Усмири камень. Я умру и снова воскресну, а ты получишь еще один камень богов. С ним тоже сражаться надо будет. Погоди, попозже. Сейчас с тобой сначала поговорим. Расскажи о себе. Имя мое слишком сложно для того, чтобы ты смогла его понять и запомнить. Многие сотни лет назад я спустился на Тиану. И так и остался здесь. Ты, наверное, знаешь о драконах Ультракса и думаешь, что я, как они, прибыли из мира умирающей звезды? А ты откуда прилетел?
Ты что-нибудь слышал о существах, называемых великими драконами? Великие драконы бессмертны, они страствуют между мирами. Во многих мирах нас считают богами. Хотя к богам великие драконы не имеют никакого отношения. Они не творцы, а скорее хранители мира. И ты великий дракон? Это не совсем так, я всего лишь полукровка. Великие драконы умеют менять облик. Таков мой отец. Как великий дракон я могу странствовать между мирами и жить очень и очень долго. Но всегда и всюду мой облик одинаков. Это внешность моей матери, белого дракона. Что ты знаешь о пророчестве? Я знаю, что боги Тиана заключили часть своей силы в 8 камней, чтобы во времена хаоса посланник богов смог высвободить силу камней, воззвать к Тиане и остановить хаос. Я знаю, что посланник — это ты, только ты можешь собрать камни воедино, это твоя судьба. Про спутника ты что-то говорил. Наверное, ты не знаешь, что забавный детеныш, так преданно взирающий на тебя будущий великий дракон. Ты ведь уже видел, на что способен этот малыш. Через 1000 лет и 3 перерождения он превратится в самого настоящего молодого великого дракона. Тиана станет тесной для него. Но пока его сознание чисто от твоих деяний, зависит то, кем он станет и каким станет мир вокруг него. Билла Гилберта знаешь? Я не знаю имени его, но чувствую, что тот, кого ты ищешь, где-то совсем рядом. Он где-то здесь, на Тиане. И ты скоро его найдешь, иначе быть не может. Слушайте, а что по времени? Ну, наверное, успеем еще сразиться. Давайте попробуем. Камень словно прирост к постаменту не подается. Может, дракон поможет взять его? Облегчить страдания, усмирю камень, погнали. Откуда драконы-то взялись? Драконы, вы откуда взялись? Что по силе? 10 тысяч, ну 10 тысяч в принципе не так много. Мы 8 тысяч, он за 1 тысячку им убиваем. Может, конечно, ядом еще немножко вкинуть. А, вот 163 алхимика, конечно, неприятно. Ладно, наверное, имеет смысл позвать Феникса, чтобы он влетел, немножко им там суеты навел. Отравим. Чутка призавим. Но сейчас огненные драконы просто в линию дуть начнут и вот. И будет у нас много урона. Ладно, гигантику сдавай вперед. Я, наверное, даже шаровую молнию, что ли, позвал. Давай, великий дракон, отдувайся. Сейчас алхимики кислоту вкинут. Куда-нибудь вот сюда. О, минус 65, красота. Еще минус немножко. Понеслось. Блин, и загорелся. Ну, чародей загорелся. А, нет, 100 урона всего лишь. Нормально. Живем. Ой, там еще пушкари вон стоят, я что-то их не заметил. Ну, я отлетел. Только он как-то дурацки его бросил. А, ну чтобы в своего не попасть. Нормально он его бросил. Так, а на тебе чего? Слабость. Алхимиков полетело. Так, ладно, алхимики, давайте сюда. Вражеских алхимиков раздамажьте. Ох, ну давай так, что ли. Я мог в троих ударить, ударил в двоих. Ну, хотя не ударил, возможно, из-за того, что гигант его убил бы в ответкой. Так, один чародей отъехал. Блин. Ну, гигант надо рассеивание на него кидать. Чтобы он от огня не отъехал. Ой, я тут тоже как статус, много всяких. Много всяких статусов. Как-нибудь вот так. Что?
Чё, поджог, нормально. Нормально горим. Блин, гигант, давай не умирай. Может, у нас уже один чародей отъехал. Гиганта не хотелось бы потерять. Да, свидание в пушкарей. Да, гиганта сейчас лечить придется, судя по всему. Так, паладины добьете? Нет, не добьют. Значит, инженеры должны будут добивать. И они тоже не добьют, кстати. Потому что у них атака огнем. Давай сокрушающим ударом. Да, отлично, обоих убиваем. Сейчас вот интересный вопрос. Я, наверное, лучше подлечу гиганта, чтобы он все-таки не отъезжал. Да. Сюда. Добьешь? Добьешь. Ой, как много урона. Как много урона. Да, и паладин еще сгорелись до кучи. Это прекрасно. Так, ну здесь по-любому воскрешаемся. Паладины сейчас по-любому хилятся. Да, семеро отъехало. Почему, собственно говоря, и нет? Так, здесь максимум паладинов. Да, то, а хотя нет, тоже, наверное, максимум. Так, у тебя все на перезарядке. Тут интересный вопрос. С кого убирать дебафы, так скажем. А, что ж, давайте через воскрешение посмотрим. Трех инженеров нам не хватает. Чисто технически, ну нет, рассеивание все-таки лучше на паладинов. У них здоровья больше, они от огня сильнее пострадают. Ты давай сюда куда-нибудь гони. Сейчас, если что, хилку будешь использовать. У тебя на 643. Так, жди. Здесь... дотянешься? Черт, не дотягивается. Вот тогда бутылочку бахни. После бутылочки дотягивается. Нет, это однозначно воскрешение нужно использовать на следующий ход. Однозначно. Если сейчас эта дрянь еще ни в кого не заряет. Да чтоб тебя, ну что это такое? Опять поджог. Он опять поджег. Негодяй опять поджег. Сейчас паладин опять отъедет. Да, еще на 1600. Добрый день. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Конечно, сейчас паладинов воскресить и надеяться, что до них ход не дойдет. И, соответственно, вот эти работяги, они сами по себе воскреснут. Да, давайте так попробуем. Давайте попробуем. У меня получается, гремлина добью дракончиком, потому что до него никак не дотягиваемся по-другому. А здесь давайте сбивать.
Ну да, отряд вроде не сложный, как противник. Но за счет того, что много статусов всяких навешивают. Ну да, 9 инженеров погибло, но они воскреснут сейчас после боя. Спасибо, цепкие когти камни, удерживающие меня по эту сторону боли и страданий, наконец-то разжались. Теперь я смогу покинуть свою телесную оболочку и воспарить. Лидерство плюс 400, инженер плюс 9. Лидерство плюс 14, еще плюс 1 гигант, соответственно, еще плюс 3 алхимика. Да, слушайте, у нас ровно половина камней Тианы. Это неплохо. Так, и здесь у нас еще один дракон остался. Серия, правда, такая большая получается. Ну, что поделать. Ты освободил Эстерха от таков кристалла. Он покинул этот мир, но память о великом драконе будет жить вечно. Хранители позаботятся о храме печали. Окей. Так, правда, у меня маны что-то совсем не осталось. Ну да, все-таки скидка на гномов, из-за которой мы там 15 единиц маны потеряли. Это такое. То есть нам теперь даже на 2 воскрешения не хватает. Но опять-таки что-нибудь здесь, значит, надо качать. Концентрацию вон какую-нибудь. Чтобы мана во время боя восстанавливалась. И вместе с вот этим, с поясом колодец маны, это будет 5 маны за раунд восстанавливаться. Это много. Так, ты, дружище, у тебя там кто? Блин, у тебя опять красные драконы. Опять красные драконы. У меня нет ничего, да, от огня. Атака врагам, это магия астрал. Огонь он сам по себе. Капки всякие. Подожди, а где? Как же много у меня барахла, надо все разбирать это. Цыплята до сих пор лежат, древние амулеты, луч света, корона. Чего только у меня нет. Просто чего только у меня нет. Почему бур такой дешевый? Ну, 25 физического урона, конечно. То есть боевая секира, в принципе, не сильно хуже. С холодным оружием. Да, и она инициативу не режет. Так, дружище, кто там у тебя? А только 31 мана. Я хотел посмотреть, у меня нет пузырьков, например. На ману. Не, у меня только на ярость, он 6 штук есть. Эти все еще надо усилить. Но это опять-таки, наверное, за кадр. Мне надо будет все сделать. Пушное платье, что? Плюс 5 сопротивляемости всем видам урона. Ну вот, кстати. Хотел защиту от огненного получше, как говорится. 7000 у меня там еще заряда, тренировочный меч. Туда фотку Билла оставим, символ доблести. Туда. Зачем я сейчас этим занимаюсь? Не знаю. Зачем-то занимаюсь. Фармлю кристальчики. Да ладно, давайте с небольшой маной влетим. Как-нибудь по ходу дела. Еда. Запах другой стороны, да. Ты неправильный гном. А ты что, на гномов охотишься? Ароматные гномы лишь лекарство от больной головы. Я живу в пещере на высокой-высокой горе. Отыскал я ее пару веков назад. Меня привлек аромат, исходящий от источников внутри пещеры. Каждый день я пью из этого источника, а по утрам у меня жутко болит голова. Но, к счастью, совершенно случайно нашел верное средство от головной боли. Это был гном, от которого пахло так же, как от источника. Эти ароматные целебные гномы водятся возле таверны в порту. Других я не трогаю. Что за волшебная вода? Как сказал один из рыцарей, пришедший в мою пещеру за сокровищами, это ж чистый херес. Не знаю, что это такое. Расспросить рыцаря я не успел. Был слишком зол и голоден. Все. Нельзя бежать. Гномов под шафе. Но опять сейчас та же история. Они влетят.
на нас налетят, пожгут. В общем, все это дело неприятное. Может, конечно, убийцу драконов бахнуть прям. Испепеляли мы их. А сколько стоит? А, единичку всего? А, тут 13 уже. И будет 25 маны стоить. Ну, не знаю. Не знаю, насколько это нам нужно. Давайте лучше их отравим. Пускай чуть слабее станут. Он же еще магией какой-то будет бить. Хитрый дракон, дабы избавиться от головной боли и похмельного синдрома, приловчился жрать подвыпивший гном. Вот тогда. Так, ну это я зря опять-таки делал. Он сейчас по троим влупит. Иди влупит. Уберем. Да, должны гиганта успеть убрать. Ну, значит, здесь по двум влупит. Ну, тут как не пытайся встать, все равно влупит. Что такое? Блин, 1500. Просто 1500 пауков родилось. Ну, никак от этого не защититься. Все равно как-нибудь встанете так, что... будет у него возможность ударить по двоим. Так, пауканы пошли. Я бы, знаете, наверное, да, что сделал? Я бы счет телепорт сейчас куда-нибудь наших паладинчиков-то отправил бы. Тук, минус 2. Огонечек, огонек. Ну давайте непризванных живых убивать. Еще копия? Ну, а еще копия. Чего бы нет? Негодяй. Загорелся, да? Да, конечно, загорелся. Конечно же, загорелся. Так, что мы можем сделать? Мы можем сокрушительным ударом убить парочку. Вот эта дрянь, конечно, здесь тоже уже вылетает. Неприятно. Ага, на Феникса даже уже ман не хватает. Тогда давайте через маноускоритель. Ну, не знаю, опять-таки, бонус к лидерству это классно. Но немножко мне мана стало не хватать. Это, соответственно, не очень классно. Иди злобоглаз пинай. Приятный он, дружочек. Так, великана добьете двоих? Добивают. Молодцы. От одной пачки избавились. Я здесь своих больше дамажем, чем врага. Заклинашкой. Да чтоб тебя, а! Это кошмар какой-то. Какой урон наносится за счет эффектов? Просто космос, а не урон. Так, здесь обязательно нужно рассеивание. Иначе от паладинов рожки до ножки останутся. Что-то как-то мне очень больно в этой серии. Прям очень больно. Драконы, это, конечно, что-то волшебное. Просто столько дамага в меня вливают. Это я вообще, я не знаю. Архарос, ты что себе позволяешь? Почему так больно делаешь? Их опять вон еще 8 штук осталось, черт возьми. Ладно, эту дрянь усыпим, так сказать. 49 воскресим. Так. Вот это я зря сделал, я их всех разбудил. Черт возьми.
586, я отравил. Какая вероятность отравления? 30%. Как бы здесь поаккуратнее влететь? Конечно, вот этих пацанов добить. Не, я, наверное, вот так вот сделаю, чтобы согреть удар дракона, чтобы вот этих он пучков немножко попалил. Да что это у тебя за атаки-то такие? Остановись! Ой, как неприятно. Да, и как-то сейчас надо прям... Во-первых, надо напугать вот эту дрянь. Прям первым делом. Во-вторых, как-то надо теперь дракона убивать. А их там, блин, еще вон 7 штук осталось. О, молодец. Я здорово придумал. Не поджег хоть? Про злобоглазов как-то надо убить. О, минус 2. Черт возьми, да что происходит? Что происходит? То сегодня все бои такие какие-то, с ядом, с отравлениями. То есть вот такой урон прям максимально неприятный. Последний ход горит, окей. Сколько воскресишь? 3. А нас, по-моему, 3 может быть. Здесь 4. Ну, здесь надо как-то будет через копии играть. Только злобоглаза надо как-то предварительно убить. Так, еще минус один дракон. Пауков нельзя трогать. Пауков трогать нельзя. Надо, чтобы они подольше пожили. Нашими пауками от них шкериться. Чтобы они о наших пауков не убились. Так, драконов убиваем. Тут еще в испуге. Наши пауки убегут. Надо теперь как-то вот этих убить. А с гигантов надо все дебафы убрать. Так, главное сейчас с пауками не нафейлить. Иначе это будет не очень. Так, ну отлично. Эту дрянь убили. Так, здесь все кучкуемся к паладину. В надежде, что он что-то захилит. А, руны силы. Так, здесь 2800. Можно, конечно, опять же таки воскресить себя. И надо себя воскрешать. Так, пауки, просто убегайте. За вами погоня. Паладин идут сюда. Дальше. 93, но здесь после воскрешения уже надо будет что-то выдумывать. Хотя... 643 хп ты воскрешаешь? Одного только. Ну да, одного только воскресим. Ну ладно. Как-нибудь вот так. Мы паука сейчас за дронов спрячем. Все, это последний ход отравления? Последний. Так, здесь все ждем. Ты жди. Ты жди. Ты. Наверное, вот так. Паук еще 2 хода. Будет напуган. Так, паладину давай хиль теперь. Да, это, естественно, мало. Естественно, мало, и значит, надо еще копии вызывать. Значит, пошли копии. 74. Сколько хилишь? 2300. Ну, нормально.
Только не сейчас получается. Так, ладно, здесь отступаем. Здесь вот так вот в сторонку ходим. Ход возвращаем. Сейчас он еще разок всех похилит. Давай, на 2300. Тюк. Отлично. Еще раз проверяем воскрешением. Не проверяем воскрешением, не знаю. Физман ускоритель, значит. Физман ускоритель. Так, еще на этот ход он нас напуган. Значит, на следующий ход надо будет его еще раз пугнуть. Так, воскрешение. Еще 4 воскресили. Нормально. 123. 150. Нет, опять катастрофически не хватает просто. Просто катастрофически. Копия. Копия, копия, копия. Ну, давайте. Не очень, конечно, это все веселая история с такими попытками спастись, так скажем. Ну да ладно. Так, это ты с воскрешением, ты, значит, жди. Ты вставай сюда. Жди. И воскрешай на 2600. 184, окей, алхимики целые. Паладина 136. Еще нужен один маноускоритель. Сколько копит стоит? Копит уже не хватает. Угу. А, нам сейчас и нельзя использовать, нам пугать надо. Ладно, отступай. Ага, а тут как-то закрывать надо будет сейчас. Интересно. А, хотя нет, вот так сделаю и все. Все-то, конечно, все, но... Черт возьми, опять мы все разбежались тогда. Я не знаю, я, может, даже это вырежу этот момент. Потому что какой-то он слишком муторный получается. Верни ходы пауку, пускай он еще дальше убежит. Немножко времени выиграем в истории. Эх, подскользнулся. Да, небольшой отрыв получился, и как бы все на этом. Все, больше возможностей у нас отхиливаться нет. Ну тогда, получается, не буду я это вырезать. Пока фантом может какого-нибудь слабенького хоть может позвать. Не, 15 мана стоит. Так, управление гневом. 9 ман дает. Да ладно, не буду этим заниматься. Давайте добьем его. Ну, потеряли, чё ж теперь, а? Опять, а, хотя нет, подожди, чародей вроде бы не теряли. Хотя я уже ни в чем не уверен, может и теряли. Ладно, какая прям тяжелая серия. Да, 3 гигантов, 7 паладинов, инженеры, ну зато зуб получили. Гиганты воскресли, хорошо. Того инженеров, это мы все можем вернуть. Паладинов можем вернуть. А зубьев, кстати, сколько у нас? Где они? 3, а надо 5, наверное. Да, можно будет собрать. Да, написано же 5 зубов. Можно будет драгонит. Он точно скидку на красных драконов дает. А еще что дает, я не помню. Ну ладно, серия тяжелая. С Монтеро мы закончили. С Текроном закончили. Ну, с Монтеро условно закончили. Остались там еще драконы. Но это такое. Вернемся туда, когда захотим. В общем, пока не хотим. Умкас закончили. Ржавый якорь закончили. Бола закончили. Ветер закончили. Можно на Дебир сгонять в следующей серии. Соответственно, там вот эту таинственную башню зачистить. И получается, остался так безымянный. А что у нас на безымянном? А у нас там квест, по-моему, какой-то, нет? Гримуар тьмы. А, это к Клисану надо. Да, это надо к Клисану
соответственно, на Элону. Ну, на Элоне полно еще врагов. На Дерсу, по-моему, осталась только Лягуха. Ну, Залия мы вообще еще не были, Безымянный только квест остался. Рихао вообще не были. На Шетере были, но можно сказать, что не были. Ну да, ребята, и, соответственно... Вот с таким артефактом-то сейчас вообще вопрос, хочу ли я менять состав на кого-нибудь, потому что, ну, преимущество по лидерству, конечно, сумасшедшее. 47 тысяч. 47 тысяч. Мне кажется, если так удачно все складывается вот именно для состава гномов, то я просто не вижу смысла их там на кого-то менять. Что вот, ну не знаю, ради интереса можно, конечно, там с каких-нибудь драконов попробовать, но слишком большое преимущество сейчас у гномов. Ну, паладины понятно, паладинов тоже надо использовать, они у нас основная хилища, так скажем, мощь, чтобы вся наша армия не развалилась по кусочкам от входящего по нам урона. Но при этом 15 тысяч при 97, значит 126, ну нет, это... Есть все эти товарищи на Монтеро, это мы сейчас все закупим. Ну, закупим мы, наверное, точнее, я закуплю. Хотя нет, подождите, все, я запутался. Давайте зайдем, посмотрим. Они вроде бы квесты где-то здесь нам давали. Может, что-то у них в магазине новое появилось. Появилось что-нибудь в новом магазине? А, гномий пиво. Ну, давай. Ничего нового не появилось. Ладно, ребят. В общем, продолжим мы с вами в следующей серии. Посмотрим, куда сплаваем. На самом деле, вариантов много. Можно на Элону сходить, там квесты повыполнять. Можно даже Верону попробовать позачищать. Там, в принципе, тоже отряды есть, которые можно постукать. Рихау, Шетера. Ну, Шетера тоже, мне кажется. Мы, я не знаю, серии 10-15, наверное, назад уже были на Шетере. Даже кого-то там победили. То есть чисто технически на Шетере тоже можно будет повоевать. Ладно, в общем, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.